Осенняя палитра и открытый фотоальбом. Сразу две выставки презентовали в Асбестовском историческом музее. Их можно посмотреть до 1 декабря. Выставка «Осенняя палитра» – это традиционная художественная выставка. Дважды в год, уже на протяжении почти 40 лет, городской музей открывает подобные выставки. И эта выставка не исключение. И радуемся тому, что у нас каждый раз количество участников этой выставки становится все больше и больше. Даже если сравнить, раньше было где-то приблизительно 20 художников, то сегодня выступает у нас 36 художников. Причем увеличивается не только количество, но и расширяется география. Свои работы для выставки предоставили художники из Асбеста, поселков Малышево и Рефтинский, Екатеринбурга и Тюменской области. А это уже архивные фотографии семьи Барташ. 5 лет назад выставка была презентована в музее дома Митенкова, а в год 90-летия со дня присвоения Асбесту статуса города приехала туда, где эти снимки были сделаны. Выставка отражает время 50-х, 2000-х годов. То есть это практически за 50 лет Алексей Барташ снимал фотографии. И, значит, это уже накопилось достаточно солидный архив. И поэтому вот сегодня, я думаю, что, конечно, это жителям города прежде всего интересна выставка. Она отражает эпоху того времени. Глядя на эти фотографии, ощущаешь настроение людей. Надо ведь полагать, что после окончания войны люди приступили к мирной жизни, как строился город, как выглядели люди, как они одевались. Все это можно ощутить и посмотреть на этой замечательной выставке. Автор фотографий Алексей Барташ. Был на фронте, в Асбест попал по распределению. Работал инженером в Урал-Гипрошахте, а фотография была его увлечением. Снимал с самого детства, с тех пор, как папа подарил ему фотоаппарат. Фотографировал свою семью, фотографировал улицы города Асбеста, когда мы нашли в чулане большую коробку, человек был очень аккуратен, с подобранными фотографиями по годам. И каждая коробочка была подписана, то есть было просто с ней работать. Мы стали просматривать эти пленки, оказалось очень много, около 300. Семья бережно отнеслась к архивам. Фотопленки отсканированы, их бережно хранят, в том числе и в архивах Асбестовского исторического музея.